100% облачный аудиомиксер Cloud MX от компании Waves Audio предлагает высокоточное дистанционное управление звуковой обработкой и полную интеграцию плагинов Wave. Решение встраивается в облачные производственные среды на базе NDI и развертывается на Amazon Web Services. Оно позволяет масштабировать инфраструктуру с любым количеством микшеров без дополнительных операционных расходов, связанных с доставкой, обслуживанием стационарного оборудования и привлечением дополнительного технического персонала. Коллеги, как вам эта новость? Ернар? Конечно, облачные решения – это очень хорошо. Если у тебя провайдер, интернет-провайдер очень хорошую стабильную скорость будет предоставлять. А открытыми протоколами также можно, да, работать, функционировать. Данное решение аудиомикшера, я думаю, что это будущего, да, то есть это будущее, которое, к чему мы стремимся и идем. Да, ну это замечательно, конечно, но единственный такой момент надо будет учесть при подключении интернет-провайдера. Спасибо, Виктор. Как вам эти новости? Воспользовались ли вы новым решением от Waves Audio? Воспользовался бы, если бы у наших провайдеров местных были бы CDN-сервера. Соответственно, Amazon Cloud есть, но не очень много. На самом деле, для СНГ они немножко жмотятся. Соответственно, использовать так широко IP-сети для того, чтобы работать напрямую с облаком, ну, тяжко. Хотя решение это прекрасное, то есть там до 1000 сохраненных сцен. Это вполне себе отличный микшер с 64 подключениями моностереозвуков. Куча плагинов в расширенных версиях особенно, ну, которые стоят денег, соответственно. Да, цена. Цена – это единственное неудобное. Там минимальный комплект – это порядка $7,500 в год. Ну, такая хорошая подписка. Хотя, если в связке использовать, это отлично. То есть можно использовать, работать с планшетами, с телефонами, прекрасная поддержка тач. А в целом это решение позволяет экономить средства вещателям, насколько я понимаю, правильно? Да, если это активно использовать. То есть не одно целое что-то центральное.